всем этим ребятам, как тебя зовут? Я Рома. Роман, а расскажи, какой у тебя товарооборот по итогу каталога? 61 798 рублей. Знамение. ВСЖ всегда есть ключ округлять в большую сторону. Видите? Не 60, сразу сотка. Вот растет лидер уже, видно, да. Хорошо. Окей. Так, по заработку это что-то около двадцатки. Соответственно, сколько каталогов раздал? 115 каталогов раздал. Примерно сколько вот в неделю часов на работу тратил? Или в день, в среднем? Всего 39 рабочих часов, я посчитал. Это сколько в час? 500. Прикольно. 14 лет. Для первого месяца. Я жрал 500. Ну, можешь лучше. Я, по-моему, даже не знал тогда, что полторы недели сделал. Ты сколько? Полторы-две недели? Неделю. За неделю? Слушай, расскажи, как ты такой замечательный, ты на свет появился. Из подробностей. Ты в школе на какие оценки учишься? Нормально, я учусь. Пятерки, десятки, четверки, тройки? Четверки. Четверки? Да. То есть ты такой, ты решил, что вот пусть эти вот отличники, они выпендриваются, а ты просто будешь от головы работать. Ну я учусь, чтобы тройки не было, и все. О, вот у меня тоже такой подход был. Чтобы жить было в кайф и троек не было. Очень, можно на пятерке, но вот можно лучше так. Ну, я также учился на тройке, только чтобы двоек не было. Так. У тебя какой класс ты хочешь? Ну, седьмой закончил. Человек недавно научился умножать. Вы не понимаете? Не то чтобы нет. А там умножать не надо, там главное складывать уметь. И складывать научился. Потрясающе. У тебя школа какая-то особенная? Обычная школа, вроде бы. Блин, я не помню. Человек необычный. Это твоя первая работа? Да. Расскажи, как ты взаимодействовал со своим руководителем? Вот как у тебя начался путь с тобой? Раздавали, собирались, созванивались? Начали со мной раздавать на второй неделе работы. Я постоянно звонила ему. Кому? Расскажи, кому? Сначала я только ему позвонила, всем остальным мне было стыдно звонить. Я звонила, спасите меня, заберите меня, я понимаю, что происходит. Вот так. Я работал первые две недели. Рома, получилось так, что он две недели отработал, потом ехал. Нет, я отработал месяц и уехал. Уехал, потом приехал и показался, как надо. Казал, кто в бане и бате. Хорошо. А от Кати польза была большая? Да, конечно, это просто. Огонь? Все руководители помогли. Все да. Даже помогли? Кто тебе еще помог? Я всем звонил. Кому еще звонил? Конкретно? Да. На личности перейди. Екатерина Евгеньевна, Сергей Владимирович. Слушайте, я даже таких имен и фамилий не знаю. Имен очень даже не знаю. Вот, ну, кто это? Покажи, наверное. А, конечно! Самый лучший работник сериал. Ты что хочешь мне сказать? Я не помню конкретно. Я знаю, что я не звонила. Какие галочки. Помогал? Нет, да, конечно. Постоянные клиенты уже появились? Да. Что тебе говорят, вот когда ты приходишь, и когда у тебя спрашивают, сколько тебе лет? Нет, не спрашивают. Ну, знает кто-нибудь из клиентов, что тебе 14? Я не знаю, честно, я не говорил. Да нет, не знаю. И не говори. Блин, ты крутой. Просто если бы приезжал, он заходил и говорил, вот каталог, кстати, мне 14. Мальчик, подожди, мы заказ делаем. Нет, ну это вообще просто... Какая цель у тебя была основная? Зачем ты делал 60 тысяч рублей оборотов? Ну я же, у меня не было цели 60 тысяч, я работал, не знаю, мне просто нравилось. Заказывают, я рад, все. Понятно, в общем так. У меня так же точно было. Деньги, вот ты 20 тысяч заработал за неделю. Что с деньгами делать будешь? Не знаю. Вина? Момент. Благородно. Очень. Классно. Чего дальше делать планируешь? Дальше работать с каталогами или будешь в лидерский состав переходить? Я не знаю еще, честно. В общем, как пойдет. Да. Ну, значит, ничего не загадывай. Чего будет больше нравиться, тем и занимайся. В любом случае, у тебя будет шанс всегда сделать шаг вперед в лидерский состав и шаг не то, чтобы назад. Да. В бок и параллельно заниматься продажами. Ты большой молодец, у тебя большие результаты. Честно, если бы я сюда пришел в 14 лет, может быть, я бы уже тут не стоял бы тут, а где-нибудь по видеосвязи как. Лежал. Да. Лежал бы тебя в зонке.
В общем, ты большой молодец, у тебя очень большая перспектива. Я надеюсь, у тебя все получится. Главное, слушай руководителей и лидерский состав. Ты плохого не посоветую. Молодец. Поздравляю.